Всем доброго раннего утра. Сейчас 7 утра. Мы находимся еще в Гаге на заправке. Кстати, мы не снимали еще заправки в Голландии. Бензин стоит 1,61. Но здесь это только самому можно обслуживаться. Поэтому тут другие заправки закрыты. Как там по-голландски доброе утро? Хой морган. Хой морган, товарищи. Мы уже заправились перед дальней дорогой. Сегодня все. Возвращаемся мы назад. Предстоит нам проехать 2500 километров. Если вы еще не смотрели наше предыдущее видео, то смотрите. Обязательно смотрите, ставьте лайки. А мы погнали. Уважаемые товарищи, мы уже едем по Белоруссии. Вчера ночью прошли границу, кстати, достаточно быстро. Ну, сегодня ночью, да. Достаточно быстро, всего за 1 час приблизительно мы бы ее прошли, если бы не наши приключения. Ну, перед нами там было, наверное, машин всего 10, не больше. Мало народу. Со стороны Беларуси было побольше, а со стороны Польши очень мало народу. Можно ввозить, как известно, алкоголя 3 литра в Россию, в Белоруссию, а если это беспошлинно. Если максимально можно везти 5 литров, но 2 литра, вот эти экстра, их надо будет заполнить таможенную декларацию. У нас было немножко побольше алкоголя, пиво мы брали там подарить друзьям, родственникам, и мы как бы, ну, припрятались сначала, думали, так проедем, обычно никогда ничего не смотрят, там не открывают, так просто багажник посмотрел и закрыл. Стоим на границе в зеленом коридоре уже на белорусской стороне, уже там нам печати, штампы поставили, поляки нас выпустили. И смотрим, перед нами машина, ее там прям так шмонают, все чемоданы, все проверяют. Думаю, ну все, сейчас наши весь алкоголь найдут, заставят там штрафы какие-нибудь платить. Надо задекларировать, наверное. Поехали на декларацию. Когда нам объявили, что это будет 10 литров, 10 евро на каждый лишний литр, мы прикинули, что оно того не стоит, что пиво в 3 раза дешевле стоит, чем нам надо будет платить за это декларирование. Но выкинуть просто так нельзя. Мы сказали, давайте мы где-нибудь оставим, выльем, там, не знаю, вам отдадим, подарим, вы нас только дальше пропустите. Он говорит, нет, нельзя, давайте сейчас вам будем аннулировать проезд через нашу границу. А, там пошла звонить начальнику какому-то там таможенному. Нас вернули опять на КПП первое, где там печати ставят, паспорта там поставили аннулированные. Сказали, заезжайте на мост. Мост – это граница между как раз Польшей и Белоруссией, проходит по реке. И сама граница, она на мосту. С каждой стороны стоят КПП. И с польской, и с белорусской. Вот. На
Нам сказали, езжайте на мост, хотя там была очередь как бы из машин. Мы сказали, езжайте. Мы по встречке всех объехали, встали перед самим КПП, перед белорусским. Он спрашивает, что вы тут охренели, что ли, подприехали? Мы говорим, нам сказали заехать на мост, развернуться на нем, чтобы оставить лишние литры. Вот, он так на нас посмотрел, сказал, вы, главное, на мосту ничего не оставляйте. Открыл нам КПП, мы выехали на мост на середину реки, где границы развернулись назад, опять вернулись к белорусскому КПП, ну там их два с каждой стороны дороги. Он опять нас посмотрел, пропустил, потом подошел этот товарищ, который нас там разруливал эту ситуацию, говорит, вот видите, там туалет, там сидит женщина, отдайте ей, ну не отдайте, зайдите типа в туалет и положите там это лишнее пиво там. Нас опять заново типа посмотрели, все, печати заново поставили, то есть у нас две печати. У нас в паспорте есть печать аннулирована. Да, печать аннулирована, въезд аннулирован, и вторая печать опять въехали. Ну, я зашел в туалет, там женщина тоже, конечно, удивилась, сказал, тут же камера везде, что вы тут не несете, там пришлось класть пакеты. Ну, в общем, там сами они с друг с другом не могут разобраться, какую-то схему отработать, как изымать излишки алкоголя. Если честно, кажется, что это... Я думаю, да, мы не первые. Кстати, когда мы пересекали первый раз границу, ехали в Польшу, там тоже, да, несколько человек прям без очереди вот так всех подрезает, там ехали к КПП, мы думали, какие-то блатные, может быть, что они едут, как бы не ждут. Но, возможно, это тоже, которые разворачивались, там оставляли что-то и заезжали снова. Изначально они вообще сказали, что польскую границу надо обратно переходить. Но это... Сегодня, когда мы уже выспались, все равно все ясно, понятно, что там больше уже расход на деньги, что неужели вы будете, у вас будет аннулирование, там у вас будет то, все. В общем, когда мы уже решили, что мы, нам вообще уже все равно, что нам терять нечего, мы готовы ехать обратно в Польшу, через польскую границу, они все такие приветливые, все улыбчивые, сами все в шоке от происходящего. Когда мы первоначально переживаем, там они с нами, да, там, встать тут. Ну да, строго туда, так. Сели в машину, не выходить, там все такое. А когда нам уже вообще просто все равно? Ну, мы не выспавшиеся, весь день ехали, уже все там соображаешь туго. Вот. Что-то мы сунулись с этой декларацией, ну в общем... Там на самом деле декларация — это развод. Конечно, много не надо, потому что правда шмонают, правда все, видимо, те, кто в наглую едут на зеленую, на зеленый коридор. Они их специально, да, они... Можно даже, если больше, там, не 5, там, больше литров, можно указать, что 5, заплатишь ты эту, там, пошлину, вот, понимаю, тебя уже не будут досматривать, да, но ты просто, это будет переплата, такое пиво за 40 евро или, там, вина, это, ну, если ты только какой-то элитный алкоголь везешь, тогда имеет может смысл. Это, наверное, днем, когда больше поток машин, то досматривают меньше. Мы переходили ночью, поэтому им делать нечего, им скучно. Машин практически нет. Да, их практически, ну там десяток машин. Наверное, руководство там особо там нет. И там они все тут же накидываются, начинают все проверять, с фонариками все везде лазят, сумки открывают. А там машин 10 максимум. Досматривают. Еще спросили, везем ли мы семена. Я по первости подумал, может, это из Голландии семена какие-то, трав специальных, да, лечебных. Говорю, ну, я так поржал, говорю, нет, да мы не везем никаких семян. Вот, она так, ну ладно, окей, и все. А сегодня утром я что-то вспомнил, у нас же эти тюльпаны, луковицы. Нет, она именно, да, в том-то и дело, что опять же мы ночью не поняли, это она... Ну, с ночью я вообще не люблю. Любые семена, то есть, как бы она... То есть, получается, не... вообще нельзя возить флору какую-то, фауну, вот, и... Да, то есть, если бы они нас напалили еще тюльпаны, которые мы везем родителям... Да, наверное, бы опять застряли. В общем, получается, у нас и тюльпаны теперь контрабандные оказались. Я не знаю, сколько бы мы за них платили, если их там официально надо растамаживать. Но если там по 10 евро за одну луковицу, мы бы там разорились на эти тюльпаны. Да, просто там, когда она уже, мы пытались, сказали, что мы точно не будем платить и разворачиваемся, она уже начинает и статью рассказывать, как будто, что там, если вас будут в любом случае все проверять, вы уверены, что вы не хотите вообще заплатить 40 евро и сразу можете домой ехать. Запугивают, да. Лишь бы заплатили. Хотя им-то, в принципе, эти деньги вряд ли идут. А так им пиво досталось. Ну, в общем...
общем, такая ситуация прикольная. Первый раз такое приключение на границе, да. А вас это не возвращали на таможне? Да, я не знаю. Может, если кого-то также возвращали, кто-то выкладывал товар или просто выкладывал, пишите, потому что до этого нас так тщательно никогда не проверяли. Хотя эту границу мы тоже как-то переходили ночью и вообще даже ничего не смотрели. Конечно, 3 литра – это издевательство. Потому что алкоголь любой, неважно, крепкий. И даже безалкогольное пиво, если везешь, это считается все. Да, да. Поэтому пиво вообще бессмысленно брать. Ну, что ты одну пачку взял, 6 бутылок по 0,5 – это уже 3 литра, все. Поэтому если везти, то надо либо какие-то крепкие там настойки, ликеры, виски, либо вино. Тогда это там 4 бутылки, грубо.